Неожиданное сочетание разных музыкальных стилей услышали работники нефтеперерабатывающего завода на праздничном концерте Государственного оркестра Беларуси. Его руководитель Михаил Финберг – уникальная фигура национальной сцены. Такие гости – визитная карточка заводских праздников. Каждый год выступления этого оркестра сопровождаются неизменным аншлагом. Хорошую программу привезли. Мы только хорошую привозим программу. Новые, которые в городе Мозырь никогда не звучали. Я очень рад, что я могу заводчанам эти программы показывать. Здесь работают прекрасные люди, действительно, которые любят и город, которые любят завод. И сегодня мы от души отработали вот первый концерт, сейчас будет второй концерт. Я надеюсь, что мы еще больше будем нашу дружбу укреплять, потому что эта дружба дорогого стоит. Сотни зрителей в зал Дворца культуры собираются, чтобы услышать самые любимые композиции. Но значительная часть программы концертов маэстро Финберга остается для мозырян сюрпризом. Радуют новые имена и новые песни. 43-ю годовщину мозырского нефтеперерабатывающего украсили стильным джазом. Популярность таких концертов подчеркивает количество зрителей. Чтобы порадовать всех желающих, в этом году организовали сразу две музыкальные встречи. Каждое полуторачасовое мероприятие пролетело буквально на одном дыхании. Музыкантам – цветы и громкие аплодисменты. Заводчанам – заряд прекрасного настроения для дальнейших трудовых подвигов. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. Телеканал «Мозырь».